Против экс-президента США Дональда Трампа выдвинуты обвинения, связанные с ненадлежащим обращением с секретными документами после ухода с поста главы государства. Его обязали явиться в Федеральный суд Майами в следующий вторник. Американские СМИ пишут, что обвинения будут предъявлены по 7 пунктам, в их числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Трамп отрицает вину и называет расследование охотой на ведьм, цель которого, по его словам, помешать ему переизбраться на пост президента.